Всем привет! Сегодня на тесте у нас очередной аккумулятор. Так, пробег у него составил на разряд 772 миллиампера. Аккумулятор сам 1,2 вольта 900 миллиампер. То есть вот тут я не знаю, у нас чем это все обусловлено, но не знаю, так маленькая цифра, почему в итоге они пишут, завышают даже ее. То есть примерно аккумулятор 800 миллиампер. Дополнительно как бы зарядка производится мной не IMAX, а сторонней зарядкой для повышения более точного значения. Короче, я не знаю даже правила, какое тут под них придумать, но пока что будем писать как есть. А потом, может быть, и какое-нибудь правило выявим, что вот для вот такого типа аккумуляторов тоже есть погрешность. Ну, то есть 900 миллиамперный аккумулятор, на самом деле 800 миллиамперный. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.